Кукума намигос. Сегодня с вами в Акот, иммигрант 7 Days туда, и уже на самом деле я немножко психанул. Я решил остаться дома, не идти, это опять не та панель, черт возьми. Вот, остался дома для того, чтобы восстановить свой wellness. И вроде он восстанавливается, я принял антибиотики, давайте, может, еще раз их потом примем. И он добавляет, вроде, хорошенько попитался, то есть покушал мяска, напился водички. Кстати, водичку надо будет сбегать за ней и забрать, потому что у нас водичка уже заканчивается. Это, кстати, очень плохо. Осталось только грязно. Но грязно мы тоже можем переделать. Также у нас нету уже нашего костра. Его нужно будет тоже сделать. У нас камешка сейчас тут вроде бы нету. Нету. Были, так. Были камни. Были только что? Ага, точно. Вот они. Давайте сделаем. Так, что ты будешь делать-то? Как-то... Так. Крафт. Так, у нас есть костер, отлично, давайте поставим его, когда его поставить, можно поставить. Смотри, чтобы не по центру, это нам тоже нехорошо. Вот сюда можно поставить. Вот так. Отлично. И теперь у нас там должна быть плейт, как-то где-то там не было. Вот, и казаночек можно поставить. Также я сделал выход на второй этаж, то есть не на второй этаж, а на крышу. Так, давайте ее переплавим, надо опять деревца нарубать, забабахать деревцо, вот так. Давайте я вам покажу, главное сейчас не уметь обрезать колья. Так, вот, также мы прочитали, что оказывается свет наоборот приманивает зомбарей, поэтому вот, тут выход на второй этаж. Вот все как надо, красиво. Но у меня я сбил, и у меня получилась такая вот плейт, пластинка. И я думаю, что ее можно хорошенько использовать, дабы бороться. Что-то у меня так FPS просел резко, непонятно почему. Ну-ка, секунду. Так, ну вроде немножко легче, даже немножко, а нормально легче. Так. Так что сейчас мы, пожалуй, давайте уберем все. Мне же убирать нечем. Надо взять хоть топор какой-то. Где мой топор, твою мать? Этим деревянным топором уже задолбался просто все. Кувалды. Нет, давай тогда сделаем топорчик. Как-то все это сделать покрасивше. Уж даже деревянный топор сломался. Так, походу нам нужно травы больше. У нас закончились фибры. Ткани. Слишком больно. Так, давайте помесим травку. Какие палочки это, блин. Отлично. На кого наехал? Тут мы можем бутылочек наполнить. Ну, блядь, мы плаваем или нет? Да, походу плаваем. Так. Вот так. Опа. Есть. Вот так вот. Отлично. Так. Какая хитрая. Ха, они обходят. Лучше обойти, нежели напороться. Ну, в принципе, логично. Только зря потратил. Ладно, у меня есть одна идейка.
которая может исправить нашу проблему. Туда лучше не падать. Нежелательно, скажем так. Пойдем возьмем снега. Я придумал, что можно сделать. Смотрите. У меня же есть туча снега. Где-то была, по крайней мере, туча снега. Где моя туча снега? Так, я не помню. Только не говорите, что моя туча снега была у меня в кармане, когда я умер тогда. Блин. Ну ладно, у меня есть земля, если что. Земля тоже сойдет. Кстати, нужно нам сходить, наверное, за глиной будет. А глина нам нужна... О. Ой, боже мой, он выбрался. Ого. Там же 2 метра, как он мог выбраться? Чтобы не светилось. Но так... Ай, боже мой. Я устал играть. Что за бредятина такая? И опять сколько у меня этой? 30! А было 37. Было 37. Сраные зомби. Что на фарш было всех пустил, и это несчастный. А ты дверь не закрыл? Какой-то замкнутый круг получается. Я не могу выжить, потому что меня убивают зомби. Чтобы меня не убивали зомби, мне нужно выжить хотя бы какое-то время. И что мне с этим делать? Как мне теперь дальше жить, ну? Почему они идут по кольям и им сок? Может, им понравилось. Может, они такие... 50 оттенков зомби! 50 оттенков кольев. Кольев, да. Хрустяшки. Нам им явно не норм. Ну, ходят, топчут, топчут. Ой, не то. Не то. Убей ты уже их. Так чем? У меня ничего нету. Вообще? Я ж бомжара. Дверь закрой. Они все войдут. А я, знаете, что сделаю? По быстрячку побегу, заберу свои вещи. Все их нужно забрать. Такая пауза. Я даже не буду никуда не останавливаться, не уходить. Просто пойду заберу свои вещи. Ну что же, амигос, вроде бы все нормально. Я достал, все вернул. Ну, почти все. Там, конечно, осталось много вещей. Но я их по мере возможности взял. Ну, самое основное. Ну, например, мы тут обсудили. И вроде бы были самые лучшие. Не так ли? Так? Ты что-то не слышно. Так. Так, а что дальше? Так. Хотел что очень важно сделать. Ага, я вспомнил. Вспомнил. Так, так. Я уже немножко там начал делать. С помощью земли делать такой себе улучшенный барьер. Вот, вы можете его видеть сейчас перед своими глазами. Да, возможно, он не самый лучший, но он работает. Это самое главное. Какая будет землянка у меня. Спрячем дом под землю. Блин. Немножко не так, как хотел поставить. Вот так, вот так, вот так. Вот так. О боже, я провалился. В пучины ада. Ну, отлично. Нужно построить так, чтобы они по нему не могли залезть наоборот в этот
То есть мне в дом. Это будет обидно, вроде строил для защиты, а получилось наоборот. Сисюльки, так. Что ты смеешься? Звучит-то как. Ой, все. Сосульки для меня смешно звучат. Леди, да вы пошлая. Что? Никто этого не отрицал. Ну да, да, да. Так, ну что ж, ребятки. О, боже, что это за... Нарния. Давайте застроим его. Нормально сойдет. Тогда по ней можно забраться наверх. Что не есть хорошо. Ну ладно, я думаю, этого сойдет. Какая себе дырочка у нас. Ну, сойдет, я думаю, это не проблема. Если что, потом достроим. А сейчас, уважаемые господа, мы приступаем к самому интересному моменту. Но я забыл, какому. А, вот он. Повесим картину в нашем чудесном сарайчике. Ценитель искусства. Не говори. Ну, прекрасная картина, как для меня. Смотри. Дерево. Тебе не нравится? Отлично. Смотри. Даже сделаем. Вот так. Вот, это будет заставка. Вот так вот. Также у меня наконец-то открылся пол. То есть мы уже действительно можем... То есть как гранитный пол. Где-то... Ай, у меня есть кирка. И мы сейчас будем либо делать... Что-то для меня на самом деле небольшое. Что-то я думал, оно будет быстрее как-то. Камень. Камень, просто камень. Это земля. Лопатка у меня почти сломанная. Нужно ее починить. Это были трубы. Вот трубы. Давайте разберем побольше труб. И теперь можно нашу лопату починить. Кто-то сделал из лопаты металлолом. Она все равно была убитая. Ой, все. У меня до таких глупых случаев бывает... Запасная лопата. Запасная лопата, да. Дурак. Так. Хватит, хватит смеяться. Не смешно. Смешно. Нет. Почини еще лучше. Ну блин, там даже половины нет. Мне нормально. Мне кажется, что если... Ладно. Ну, трубы просто скоро не будет, а труба это крайне полезная вещичка, которая... Ну уже. Копайся, демон. Копайся, демон. В общем, я читала, что на... Если прокопать вниз на 10-20 блоков, то находится очень классная рыба. Да? Хорошо. То копать на 10 блоков мы будем очень долго. 18-6 часов. Боже, что это было? А возле нас, недалеко, есть военный блокпост. Может, там что будет полезное. Кажется, нужно будет в следующей серии сходить туда. А пока, думаю, это можно заканчивать.
Я сейчас будет ночь, поснимаю, наверное, уже, точнее, снимать не буду ночь, так как это не самое интересное занятие. Вот я буду все время копать. Я сейчас хочу сделать еще один этажок здесь. Поэтому, ребятушки, удачи и адиос.